Миллион за новую идею. В Караганде прошла первая в Казахстане международная молодежная выставка инновационных проектов «Экспокэм Караганды-2013». В ней приняли участие инноваторы со всех уголков Казахстана, а также России, Белоруссии и Финляндии. Две лучшие работы региона были отмечены грантами Акима области. За счет ветра вырабатывается энергия, которая поступает в генератор. После этого генератор поступает в дома, ну и обеспечивает электроэнергию. Татьяна Буренкова – десятиклассница из Новодолинки. На международной выставке юная изобретательница представляет проект по внедрению в родном поселке ветряных установок. Это и деньги сэкономит, и поможет решить проблемы с экологией, рассказывает школьница. Я хотела бы, чтобы этот проект был реализован, потому что так как у нас сейчас программа идет «Экспо-2017», то этот проект актуален для нашего времени. Этот проект, он наиболее дешевый, чем при строении электростанций, потому что, когда строились электростанции, для этого нужно было более много денег. Инновационных проектов на выставке «Экспокэм» более 40. 25 из них из Карагандинской области, 10 из других регионов страны, 5 зарубежных участников. Все они представляют инновационные идеи в сфере промышленности, энергетики и социального предпринимательства. Самое актуальное здесь много. В основном вот теплый фундамент здесь. Электростанция есть, которую студенты политеха придумали. С Кызылордой хороший проект. Ну, много здесь таких проектов, но некоторые вот получили патенты, а некоторые остались только в виде идеи. Энергия аккумулируется. А это проект студента Карагандинского индустриально-технологического колледжа. Функционально аккумулирующая установка – также альтернативный источник энергии. По задумкам автора проекта, прибор должен преобразовать солнечную энергию в тепло и свет. Помимо казахстанских молодых разработчиков, по специальному приглашению на выставку прибыли гости из-за рубежа. Пия Кехар – представитель консалтинговой фирмы из Финляндии. Сегодня финские делегаты не только поделятся опытом, как реализовывать проекты, но и окажут содействие авторам наиболее интересных изобретений. Мы можем помогать в консалтинге, мы можем из своих партнеров, может быть, найти инвесторов. С экспонатами выставки ознакомилось руководство области. Здесь им продемонстрировали фундамент с подогревом, симулятор управления автомобилем, а также солнечные батареи. Все, на что гораздо юные инноваторы. К слову, двух лучших изобретателей из Карагандинского региона отметили премии Акима области. По миллиону тенге получили авторы проектов энергоэффективной установки и солнечной электростанции. Кроме того, с обладателями грантов Акима области и другими молодыми учеными и бизнес-ассоциациями были подписаны договоры намерения по сотрудничеству в области реализации проектов. Ирина Камышова, Жасулан Амандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский.